Там, видать, их дофига сидит. Уточек. Ну. Ну что, надо пойти подобывать их, раз они тут сидят. Я так считаю. Вот, смотри, видишь, посреди поля. Посреди поля. Такая трава. Там, походу, сажалка небольшая. И вот та большая стая вроде как сюда села. Ну, мы далековато было, не видно было, куда конкретно. Но, походу, туда. И вот сейчас эти упали точно туда. Поэтому сейчас обойдем эту канавку и попробуем подойти. Я думаю, что должно что-то получиться. А голуби, ты говоришь, туда сели, да? Да, вот на то поле. Ну тут же, когда мы там стояли, тут было реально, наверное, штук 100. Стая такая, 3 штуки я видел. Большая стая и потом еще 2. Ну, на поле много зерна. Возможно, все-таки... Ну, почти все пустое. Возможно, все-таки утка летит сюда на кормежку. Обнаружили мы днем уток. Непонятно только самый главный вопрос, прилетят ли они вечером или нет. Ну, искали голубя, увидели, что утки садятся, увидели, что садятся на поле. Здесь такая сажалка, и видно, там низина разлилась и вода после дождей. Ну и сидела штук, ну, 200 вы видели. Как бы есть надежда, что они вечером сюда полетят. Чучела я не брал. А, всем привет же, забыл сказать. Всем привет. Ну, есть надежды на интересную охоту. Нету уток. А были надежды? Может, зря мы сюда приехали? Вот и прибыли на место охоты. Вот здесь вся основная масса на поле, вот в этой луже сидела. Сейчас не было. Один черок какой-то запоздалый. Не знаю, я подошел, тут покричал, покричал, ничего не взлетело. А потом он взлетел уже, когда я вышел, на предохранитель поставил ружье, ну, в общем, не стрелял.
И тут начал уже к сажилка, тут еще есть. Тут уток мало сидело. Вся масса здесь сидела. Ну там в конце поднялись. Далеко тоже. Сейчас уже чурки налетали. Короче, какое-то движение есть, но уток этих не было. Может, это даже хорошо. Так, есть надежда на то, что все-таки прилетят. Ну, будем стоять, постоим, посмотрим. Чурок, видела, как пролетел? Блин, они сели, а я не увидел. Офигеть, вот это было да. Это было что-то с чем-то. Я их поздно заметил, уже когда они над тополями были. О-о-о, прячься, 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 прячься. Что-то с прицелом, а? С полем. А, спасибо. Я, если честно, первых, блин, поздно заметил. Не увидел, что сели часть. Ну, я думал, все пошли сюда. Они, знаешь, прям так вштык на меня. И это самое. И пошли направо. Я, ну, сбил этого селезня. Разворачиваюсь, отсюда еще две утки поднимаются. Он летает еще. Здесь, может. Блин. Ну, видишь? Над тополями. Какие зайцы, зайцы. Ага. Офигеть. Вот это да. Ей надо, чтобы они боковые зашли, туда можно будет стрелять. Офигеть, два штуки одним выстрелом сбить. Еще зайдут. Нет, эти три. Может, сядут? Ой, опять куда-то. Никуда. Есть. Уже последним достал вообще. Побранок надо тебе выбирать.
Ищи, ищи, ищи. Молодец. Принеси. Давай, давай, давай. Молодец. Блин, что-то не стреляется как-то. Не могу собраться или что? Что за фигня? Сейчас немного переместились, вот оттуда сюда перешли, чтобы если утки будут налетать, чтобы стрелять на фоне заката, а не туда в темноту. Потому что сейчас там будет небо темнеть, и там уже будет неудобно в ту сторону стрелять. А туда еще на закат как бы будет видно. Вот. Блин, никто в эту сторону стрелять. Ну чё мимо-то? Чё мимо? Конечно, по камере потом посмотрю, куда я стрелял. Ещё утка. Наконец-то. Надо идти добирать. Сходишь? А я не знаю, куда он упал. Вот напротив маленького дерева это, которое возле большого. Молодец. Все. Ну почему? Так уже красиво налетели, ну просто капец. Блин. А, это просто. Среди этих. Наша добыча сегодняшняя. Конечно, мазал я вообще серьезно. 3 кряковых селезня, 2 чурочка и серая утка. Отвратительная стрельба, конечно, у меня сегодня была. Где-то, наверное, на одно попадание 3 промаха. Свечерка. Ну и так, результат как бы хороший, в принципе, по количеству. Эмоций испытал много, разные. От промахов тоже были эмоции. Налеты были просто сумасшедшие, очень красивые. Особенно первый, когда утки... часть села, ну и потом садились на эту лужу утки. Короче, охота была хорошая, но я думаю, что мы сюда больше не поедем, потому что мы тут все распугали уже за раз. Тут она не на кормежку, просто она отдыхать летела сюда. Ну не прогадали, что поехали, как минимум постреляли. Я думаю, дальше будет интересней, только начало сезона, поэтому оценивайте видео, подпишитесь уже на канал в конце концов. И увидимся в угодьях. А мы поехали скубать уток.